Ждунов Василий Федорович. Родился 24 октября 1924 года в селе Лабаски. Проживал в Челябинской области. В августе 1942 года был призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную армию. Учился в Ленинградском пехотном училище. В марте 43 года курсант был отправлен на фронт. Уже к июлю 44 года старший сержант Василий Ждунов командовал орудием 207-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 348-й стрелковой дивизии 3-й армии 1-го Белорусского фронта. Особо отличился во время освобождения Минской области Белорусской ССР. 1 июля 44 года Василий у деревни Сунище перерезал дорогу отступающим войскам противника на шоссе Могилев-Минск. В этом бою было уничтожено 2 штурмовых орудия, 4 автомашины, 8 повозок и несколько десятков офицеров и солдат противника. Тогда враг решил окружить его, успешно отразил атаку. 25 сентября 44 года Василий был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Василий после войны продолжил службу. Даже окончил Горьковское военно-политическое училище, а после – военно-политическую академию. Дослужился до звания генерал-майора и с почетом ушел в отставку. Жил в Москве. 28 июня 1998 года Василий скончался. Был похоронен на Троекуровском кладбище. Также его награды. Орден Отечественной войны первой степени. 3 ордена Красной звезды. Орден – знак почета. Орден – за службу Родине ВС СССР 3-й степени. Он также награжден Российским орденом Дружбы. 2 медали за отвагу и медалью за боевые заслуги. Вечная память. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Скоро будут новые видео. До новых встреч.